Всем привет, с вами Марс, и мы продолжаем проходить дополнение к Скайриму Dragonborn. В прошлой серии мы поговорили с Гермеусой Мором, и нам пришлось, точнее вот, шаману Скалов пришлось пожертвовать собой ради того, чтобы мы изучили последнее слово в подчинении разума. То есть теперь мы можем сразиться с Мираком. Это был довольно-таки драматичный момент, но это было необходимо. Теперь нам нужно прочесть книгу «Сны наяву», где она, блин. Да, и сразиться с Мираком. Я не знаю, так все быстро кончается. Я хотел бы еще побегать по... просто по Солдстейну. А тут на тебе уже почти конец. Так, ну сразу поставим... Я не знаю даже. Подчинение воли. Я его еще не испытывал. Но Мирок точно сдохнет. Нет никаких шансов. Блин, башня. Это охренеть. Глава вторая. Что ж, поехали. Блин. Я записываю это все сразу, все скопом, чтобы не потерять нить, так сказать, сюжетную. Блин, ушел. И на меня смерть от шамана произвела просто неизгладимые впечатления, короче. Я не знаю. Сюжет развивается очень круто, очень стремительно. И пока что это мне нравится. Так, это что такое? Бесконечная конечность. И в бога душу мать, это еще что такое? Где эта книжка? Боже мой, бесконечная конечность. Черная книга. Че, я втыкаю, что ли? Да, судя по всему, я втыкаю. Что, на разном? Ну, не просто так же я ее взял. Да? Нет. В ключах. Блин, что я туплю? Это же надо. Так. Все по очереди. Нападение Хордера. Как убивать? Империя. Мифы Шагарата. Красного Орла. Орки. Дракон. А вот. Бесконечные конечности. Все? Стоп. Она маленькая. Скользит. Метится. Щупит клубок. Тянутся, чтобы луки закончиться. Что-то какой-то бред несуразный. Ну ладно. Судя по всему, эта книжонка как-то нам должна была помочь. Но не помогла. Ладно, идем наверх. А там что? Гроб какой-то, что ли? Сейчас, секунду еще. Посмотрю, я просто втыкаю капитально. Тяжелая броня. Не нужно. А вот и ты.
То есть ты не сдох с одного удара? Ты странный. Так, дальше двигаем. Глава 3. Пам-пам-пам. Скрытие не ли это? Нет, это искатель. Только где он, черт его дери? А вот. О! Не успел он копию создать? Успел. Все. Уехал. Тут еще рулон бумаги. Песня алхимиков. А это что? Жадные клещи. Ну ладно. Там вон. Это странные книги. И куда идти, я пока что не понимаю. Вторая глава, третья. Давайте в третью, что ли, пойдем, я не знаю. Наверное, я сюда просто так, в принципе, ходил. Или нет? Вот отросток. Вот оно чё. Блин, эти наркоманские коридоры. Это жесть. Так, тут чё? Каталог чарт для оружия. В принципе, ничего интересного пока не вижу. Еще отросток. Что я сделал? Вроде ничего не открылось. Сюда сходим. Так, ничего полезного для прохождения нету. Тут закрыто. А тут нету никакой потайной двери, что ли? Вроде нету. Наверное, я опять втыкаю. Или тут в реале что-то нечисто. Так, вот знак. Может, сюда что-то есть. Может, здесь. Вот обрезано. Вот и обрезано, я не помню, надо будет почитать. А, вот еще одна книжка. Любопытные шары. Это мы, походу, какие-то ключи собираем, что ли? Какая-то херня. Может, я не понимаю этой философии. А может, просто несуразно написано. Открылось что-то? Да, ну наконец. То есть эти книжки это как какие-то ключи. Тут сейчас опять, наверное, этот искатель будет.
на эти листки. Тут что-то вообще, по-моему. Так. Куда это мы попадаем? Это мы еще не в башне, я понимаю. Или уже? Блин. Ну ладно, пошли. Поломились, точнее. Я думал так. Так, собственно, и думал. Ты уехал. Еще будут? Все. Не будут. Я так и думал. Это, кстати, очень предсказуемо. Блин. Зачем я сделал этот круг? Мне ж вниз надо, да? Заберем. Вот это все. И пойдем вниз. Длинный коридор. Прекрасное решение. Значит, только вперед. Ой. Что происходит? О! Что за выходки? Блин, я походу что-то протыкал. О! Что происходит? Как мне выйти отсюда? Блин, долбанный наркоманский коридор. Блять. Что это было? А, это вы. Блять, вылазь. Отсюда вообще реально вылезти, нет? О боже. Простите, но я лучше немножко читерну, не сдохну на таком месте. Блин, быстро оно сожрало меня. Скотина, а? А, ну тут, в принципе, можно было подняться или нет? Нет, нельзя было. О, черт. Так, ладно. Жив, хоть и по-читерски. Ну хорошо. Еще одна книга, ключ. А. Ясно. Начал двигаться коридор. Так. Простите. Давайте прочитаем следующую книгу. Скрежущие клинки. Это похоже на какие-то загадки, что ли? Мне непонятно. Какой-то большой отросток. Ой. Это какой-то кошмар. Меня эти коридоры пугают. Тут блукаю, как слепой кутенок. Ясно. Скрытень, ты где-то тут. Я чувствую, я предвкушаю уже. Хорошо.
Спалился. Не успел копию создать? Нет, не успел. Что-то он там читал, мне кажется. А, посмотрите, что у него есть. Ну, давайте возьмем его книжки, потом посмотрим. Хорошо, Агарата. Блин, большое такое. Большая такая книжка. Это вообще ужас. Когда уже Мирок будет? Ага. Коридор перерисовывается. Хорошо. Ой. А я тут не спущусь? А, нет, вот так. Блин, это кошмар, эти коридоры. И все это с книг. С книг, листков. Что происходит? А, это все вы? Вода у них тут какая-то непонятная. Но это, скорее всего, не вода. Ё-моё. Это, скорее всего, не вода, а чернила. Книжные чернила. Здорово! Интересно, спрячусь я отсюда, нет? Ага, спрячусь. Я там, я тебя спрячусь. Светлой комнате это. Двери закрылись. Ну ладно, иди сюда. Блин. Ушел. Кольцо здоровья. Ну, заберу. Пускай будет. Ничего, двери какие-то открылись, нет? Я думаю, сюда заходить это не лучший. Да. Не лучшее решение. А, вот тут обход. Так нет, стоп. Просто так. А, и вот эти двери открывать. Все, понятно. Мирок, я иду. Чё? Не, ничего. Мирок. Глава пятая. Поехали. Блин. В одну серию, походу, не влезет. Давайте-ка сохранимся. Да, блин. Давайте активируем. Какую книгу вы хотите прочесть? А, ясно. То есть, это сюда надо вставлять. А кто враг мой? Вы? Я не знаю, давайте. Давайте клещей прочтем, что ли. А я знаю. А, тут разные эти. Разные символы. Все, я понял. Короче, тут бесконечные, походу, конечности. Что, это опять повладим, что ли? Да.
Один ты тут только? Да, один. Тут что? Тут, наверное, сферы. Наверное. И в центре тут что-то есть, да? В центре это что-то непонятное пока. Так, это какая? Убрать отсюда клешни. Клешни надо поставить вот сюда. Так, вроде верно. Тут у нас бесконечные конечности. Правильно, вроде бы. Вроде бы. Тут у нас что? Любопытные сферы. Ну, наверное. В кругу знак глаза. Там еще что-то такое было. Посмотрим. Блин, надо прочитать все-таки еще раз. А то я чувствую, если любопытные сферы. Что водит мир? Сейчас мы не знаем. Возможно, ищет лун вдали. Забрали суть. Вещи они написаны. Измерить лишь пустые они смогли. Черт, ни хера не понятно. Ладно. А про клинки? Стены кроме плоти. Ведь плоть освобожденная от кости. Это, наверное, вот это лицо страшное. Вот сюда вот. Клинки. А вот туда сферы любопытные. Судя по всему, так. Да. Верняк. Походу сработало. Сохраняемся. Что это у нас за книжечка? Блин. Глава шестая. Охренеть. Давайте опять сохранимся. И попрем, потому что тут уже по ощущениям скоро финал. Я прав? Скорее всего, да. На этом, я думаю, закончим серию. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях.